Начинаем? Я забыла алфавит. Кто задает вопрос? Я. Ну вот, так и знала, что буду плакать. Что для вас значит папа? Я родилась в многодетной семье, у нас было четверо детей, и так случилось в нашей жизни, что отец нас воспитывал один. Он был нам и отцом, и мамой, и человеком, который мог быть и оставался всегда другом. В первую очередь, наверное, мой папа – это мой кумир. Удивительнейший человек просто был. Мне казалось всегда, что он может абсолютно все. Ну, очень много в моей жизни значит папа, потому что воспитал в большей степени меня он. Я дочка папы была. Он самый лучший, потому что он тушит пожар, он смелый, ему никогда не страшно. Почему быть папой тяжело? Я знаю, почему быть тяжело папой девочке. Потому что девочка – это как хрусталь. Сожмешь – расколется, не будешь держать в руках, пойдет тоже расколется. Вот нужно поймать этот баланс. Папа, мужчина, должен быть в ответе за все. А быть в ответе за все как раз тяжело. Что бы вы хотели сказать папе в день отца? Я бы ему сказала спасибо. А что можно еще сказать? Я бы пожелала ему здоровья, много-много ума, чтобы он там что-то сотворил, чтобы он помогал всему миру. И хочу, чтобы мой папа был, оставался сильным, добрым и смелым. Папа восполнил и осчастливил нашу жизнь. Что он может гордиться мной? Что я, наверное, оправдала его ожидания. Он очень хотел, чтобы я стала творческим человеком. Я не стала. Не хватает разговоров с ним, не хватает этих споров бесконечных. По физике, по этой несчастной теории стол. Наверное, в первую очередь, что я очень скучаю.